По поводу криптозимы, да, криптозима уже прошла, более того, даже уже и криптовесна заканчивается, уже начинается вполне криптолето. А понятно, что сейчас вот этот рост, который произошел там буквально от 3000 до 8000 с лишним, это все искусственно, он вполне может до 10 вырасти. И после чего прям ждем коррекции. Вот, коррекция может быть до 6, может быть до 4. И вот на коррекции прям, на мой взгляд, надо закупаться. После коррекции дальше только вверх. То есть уже сейчас, даже если закупаться, все равно через год цена будет больше, чем есть сейчас. В целом я ожидаю там рост на ближайшие 3 года. То есть, в принципе, повторение уже четвертый раз это происходит. Психология людей остается, в общем, прежней. Проникновение там биткоина до сих пор еще довольно маленькое, поэтому потенциал большой. Я думаю, что будет еще пару волн где-то там, ну, в течение там 10 лет, после чего, скорее всего, выровняться на какое-то плато. Ну, сколько это будет, там, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, пока непонятно. Но понятно, что это будет пока только расти. Вот. Я сам и разработчик, и инвестор. Разработчик какую-то валюту? Ну, вот мы сделали вот эту штуковину, да, и здесь используем, по сути, копию Waves, ага. Это Proof of Stake система, там модифицировано название МИР, то есть назвали это криптовалюта МИР. Вот. Да, у меня есть криптовалюта, была, у меня когда-то было там 16 биткоинов в свое время, и когда он слишком быстро рос от 16 тысяч рублей там до 60 тысяч рублей, я решил, что слишком быстро растет и надо продать. Вот. Я в то время практически все продал. Вот. Но сейчас я смотрю больше на реальный сектор, на самом деле. Вот как ни удивительно, да, то есть я являюсь криптоэнтузиастом и крипто, то есть я за блокчейн, там, за крипту, и я смотрю на реальный сектор. Почему? Значит, есть очень много разработчиков сейчас, которые говорят, там, блокчейн убьет то, блокчейн убьет это. Действительно, автоматизация происходит. Но самое интересное, что экономика, да, экономические там товары и услуги, они никуда не деваются и никуда не денутся. Это надо четко понимать. Значит, в те сферы производственных и бизнес взаимоотношений просто-напросто встраиваются новые автоматизированные системы в виде вот блокчейн, которые позволяют высвободить там лишних людей, так сказать, лишние профессии, в том числе в банковской сфере. Ну, банки – это сейчас структуры там довольно централизованные, которые в итоге по пирамидке там восходят к государственной там централизованной власти. Это будет меняться, это точно. И на мой взгляд, вот сейчас создание там цифровых платформ, да, сейчас во многом это преподносится как централизованный оператор, который регулирует, который в нужный момент выключить рубильник вам и так далее. То есть своим бизнесом вы не владеете. Это будет меняться. На смену централизованным платформам придут децентрализованные, построенные на блокчейне. То есть других технологий децентрализованных, экономически устойчивых, кроме блокчейн-технологий, пока не существует. Но блокчейн, я имею в виду именно Proof of Work и Proof of Stake системы. Есть еще алгоритмы там, DLT с BFT алгоритмами, то есть Distributed Ledger. Назвать их блокчейнами, ну так, условно можно, то есть там сохраняется децентрализация, но там отсутствует экономический мотиватор. Экономический мотиватор – это необходимая, важная вещь для существования системы, чтобы было интересно в нее включаться новым игрокам. Значит, по поводу разных видов деятельности. То есть сейчас идет речь о автоматизации там, ну, порядка 20-30 отраслевых крупных платформ и порядка 1000 платформ по разным видам деятельности. По поводу проектов, которые, ну, там, ненадежные, то есть которые не смогли там выполнить своих обещаний. С этим я сталкивался, ну, много. Я отслеживаю разные многие проекты, сам участвовал, ну, в смысле, вкладывался, да, в проекты. В некоторых я, некоторые проекты я даже инициировал со своей там стороны. Ну, сейчас, наверное, не буду называть, чтобы. Вот. И в итоге получалось не всегда так, как хотелось бы, на самом деле.
То есть люди, как показывает практика во все времена, и сейчас тоже не исключение, они довольно алчны и до того, как человек получил деньги, и после того, как человек получил деньги, это два разных человека. Значит, психологию выкинуть нельзя. Значит, всегда действует психология. Скам – это не исполнение своих обещаний по причинам, которые связаны вот с этим человеком, который давал обещания. Есть огромное количество причин, которые, ну, объективно там не получилось. Вот в бизнесе это происходит постоянно, там 90%, ну, не получилось. Дальше надо смотреть, почему. То есть есть очень часто, когда рынок ушел не туда, клиенты, то есть переключились на другое что-то, там технологии поменялись, регулятор пришел. То есть есть внешние причины, на которые мы не можем влиять, и вот, ну, как бы не, бизнес не пошел. Это нормально, и ничего такого в этом нету. Есть откровенное мошенничество. Вот скам – это мошенничество, оно присутствует. Я сам потерял тоже там энное количество денег. Но что сделаешь, это риски. Ну, то есть я, конечно, недоволен, но это мои риски. Ну, обычно венчурный инвестор как поступает? Здесь проект вкладывается, один потом отбивается за счет иксов, все остальное. По-разному бывает. Иногда вкладываешься в 10 проектов, и все 10 прогорают. Здесь для того, чтобы понимать, какие проекты, в какие стоит вкладываться, в какие не стоит, надо очень хорошо понимать экономические процессы. Надо понимать психологию людей. И в этом опыт инвестирования, и в этом и очень желательно, чтобы был опыт работы с той технологией, в которой вы рассматриваете. Если вы инвестируете там, в газ, там, нефтегаз, поймите, как построены там рынки, да, то есть куда перетекают деньги. Вот, ну, как Мовчан там рассказывает очень хорошо, да, то есть где будет потребление, где там замена нефти, где нет возможности заменить, в общем, так или иначе на вот экономических уровнях. То же самое и с блокчейном, там, с криптовалютами. То есть есть сейчас хайп, этот хайп, он будет расти, но это тоже закончится. То есть этот придет в какую-то, ну, так же как интернет, да, то есть бум доткомов, он прошел, после этого был спад, и после этого пошел планомерный рост, когда так или иначе все, там, все бизнесы перешли в интернет. Вот точно так же хайп пройдет, это займет там несколько циклов, я думаю, да, там уже, в принципе, там это длится лет 6 примерно в активной фазе, ну, еще там лет 5, наверное, будет. После этого, скорее всего, наступит такое нормальное разочарование, то есть не локальное там на один год, а нормальное там лет на 5. И после этого биткоин как основа и блокчейн в целом как технология начнет применяться во многих сферах жизни людей. Часто спутывают между собой, собственно, майнинг как обеспечение работы сети и владение, то есть доля владения. Действительно, биткоин можно рассматривать как корпорацию. У этой корпорации там 21 миллион акций, которые распределяются таким децентрализованным методом, очень интересно. Ну и рано или поздно закончится и будет распределено там все 100%. Когда потеряны какие-то кошельки или деньги сосредоточены в каких-то там других кошельках, это, ну, в общем, видно, да, действительно это так. Курсом манипулируют, в принципе, как хотят, это тоже видно. Все делается, опять же, на психологию людей, для того, чтобы как можно больше простых людей, которые не разбираются. Дело в том, что довольно большое количество денег сосредоточено в руках там отдельных лиц. Вот. Существует там теория заговора о том, что там всего там, ну, порядка 5 там, крупных игроков, которые, ну, на самом деле это биржи. А те деньги, которые люди приносят на бирже, значит, биржа аккумулирует у себя. Есть отдельные люди, да, ну, условный Сатоши Накамото, который, скорее всего, эти ключи потеряны, то, ну, движения по этим кошелькам давно уже нет. Есть еще там первые, которые были в самом начале, они владеют крупными капиталами. Дело в чем? Когда мы говорим про безопасность сети, это майнинг. И майнеры обеспечивают безопасность. Неважно, у кого находятся деньги. Даже если они, эти деньги сосредоточены все в одних руках. Сеть сама безопасная. То, что курсом манипулируют, да.
А как вы определили, что курс он пойдет? Например, вот была информация, что эфир сами биржи разгоняют. Вообще, из того, что я сейчас вижу, значит, нерегулируемый рынок. И на нерегулируемый рынок приходят сначала мелкие спекулянты, значит, которые начинают, ну, там, проводить эти, как это, ну, честные, нечестные игры. А потом приходят крупные. Вот, уже пришли крупные. Крупные киты могут, вообще говоря, выкупить всю эту крипту. Вот. И сейчас то, что вот я наблюдаю, манипулируют как хотят. Значит, это видно по каким? Значит, объемы очень маленькие, курс растет прям неимоверно. Вот за счет чего? Вот, причем там даже видно, где, с каких кошельков деньги уходят, и это кошельки, опять же, там крупных вот этих, ну, там, Binance, там, Tether. Вот, когда Tether, я все ждал, пока он соскамится, но нет, значит, он не скамится. И я думаю, что это будет продолжаться, наверное, еще долго. Ну, так же, как с долларом, да? Вот, то есть печатать можно бесконечно долго до тех пор, пока люди в это верят. В этом плане биткоин как ценность, я думаю, вот будет манипулируем, но в целом все равно будет сохраняться рост, потому что вовлечение людей сейчас в этот большой хайп, он очень, ну, пока сильно незначительный, гораздо меньше 1%. Вот когда будет уже там окучено там процентов 30, вот, тогда можно будет его уже там скинуть. Но самое интересное, сам биткоин никуда не пропадет, сеть будет продолжать работать, надежность сети высокая, даже с появлением квантовых компьютеров всегда есть возможность очень быстро перейти на другие протоколы, на другую там консенсус. Надстройки, которые делаются, они позволяют масштабироваться там практически до безграничности. Надстройки над биткоином, над лайтнингом позволяют делать смарт-контракты, как ни удивительно, которые между участниками. Если мы берем там вторую вот эфир масштабируется сейчас тоже сильно, то есть технологии, которые с большой долей вероятности будут приняты там в этом и в следующем году, они позволят масштабировать его безгранично. То есть можно будет запускать смарт-контракты между различными участниками без ограничения на скорость и без ограничения на количество транзакций. Вот. Это уже есть. А вот курс какой будет, это большой вопрос. Здесь мы можем только предполагать. Вот и здесь я снова возвращаюсь к реальному сектору, потому что биткоин, он выполняет одну функцию. Это передача ценности. Он заменяет хавалу. Делает это более эффективно. Значит, а когда мы говорим про другие виды деятельности, вот здесь еще не паханное поле. То есть про это очень мало кто говорит. И вот, на мой взгляд, имеет рассматривать именно реальный сектор, именно автоматизацию и именно создание цифровых платформ на децентрализованных вот принципах, на блокчейнах. Какой именно блокчейн брать? Значит, в биткоине также есть возможность там выпуска там цветных коинов, да, там, ну, токенов. Есть эфир, да, там ERC-20, там, ну, другие, значит, протоколы, которые позволяют там создавать токены, ну, то есть ценности. Есть Waves, да, есть там другие. Мир есть. Есть наш мир, да, которым мы тоже делаем и пропагандируем это дело. На мой взгляд, из Proof of Work систем постепенно будут Proof of Stake переходить. Есть лизинг Proof of Stake, Delegated Proof of Stake, другие Proof of Stake. На мой взгляд, будут сохраняться чистые Proof of Stake, потому что всегда Delegated, лизинг и прочие, они приводят к централизации, как показывает практика. То есть это уже не первый раз происходит. Централизация – это неплохо, просто надежность падает. Вот. Когда мы говорим, допустим, про предприятия, которые взаимодействуют между собой, они друг друга знают. То есть, в принципе, там 5-10, там 15 предприятий, они друг друга знают, и договариваясь между собой, они создают эту децентрализованную сеть для себя, иногда называют там приватными блокчейнами. Я называю это все-таки леджеры, то есть распределенные реестры. И в законодательстве это тоже называется распределенным реестром, и это правильно. Я думаю, что надо смотреть в эту сторону тоже. DLT еще надо. Да, и инвестировать не только в биткоин, не только в эфир, а инвестировать прежде всего в автоматизацию своих бизнесов. Вот.
Да, значит, хотим рассказать о том, что у нас будет первое мероприятие, собственно, вот в эту среду, предстоящую 5 июня 2019 года. Мы проводим совместно с Григорием первую встречу бесплатно. Последующие, как мы предполагаем, значит, будут уже на платной основе для членов клуба. Вот. На первой там, вступительной, там, можно сказать, лекции, там, мероприятии мы бы хотели рассказать про цифровую трансформацию. Вот. И наш клуб будет также направлен на цифровую трансформацию, все, что с этим связано. Естественно, там, технологию блокчейн и криптовалюты выкинуть отсюда никак нельзя, потому что это одна из самых важнейших вещей. Понятно, что мы говорим про искусственный интеллект, про интернет вещей, да, там, про робототехнику, про вот эти все там, технологии, но ключевым является именно блокчейн, потому что это права собственности. Это более того даже, это уже даже отчасти суверенитет. То есть это возникает вопрос, кто именно владеет, да, там, той или иной системой, кто именно владеет бизнесом. И когда вы создаете системы, где рубильник находится в ваших руках, а не в руках там, третьих лиц, ну тогда это ваш бизнес. Это к вопросу к существующей банковской системе, да, когда с блокировками счетов. Собственно, про это нацеленность рассказывать и рассказывать, как в бизнесе это применять и в какие проекты инвестировать. Мы будем разбирать проекты, перспективные проекты именно с технической точки зрения, именно залазя в глубину, но смотря на их перспективность, именно, конечно, про востребованность на рынке. А как известно, если это востребовано на рынке, это будет расти, так или иначе. Хайповые все вещи о том, что типа покупайте нашу криптовалюту и так далее, я маленько против этого. То есть это все проходящее, на этом можно зарабатывать, на этом люди зарабатывают, но это короткие истории, я хочу играть в длинную, а это именно производственный сектор и бизнес. Да, я хочу добавить еще, что важнейшие составляющие, которые мы планируем с Ярославом, открывая наш клуб, это, конечно же, образовательная составляющая, с чем мы сталкиваемся постоянно, это с глубинным непониманием технологий. Люди воспринимают слово «биткоин» для них – это криптовалюта, и даже не просто криптовалюта, а МММ, ну то есть обман. Давайте будем изучать это, потому что на самом деле биткоин в первую очередь это блокчейн, это технология, и во вторую очередь это протокол взаимодействия, и только в третью криптовалюта, которая является частью блокчейна, очень важной частью, которая позволяет существовать как мотиватору этой сети блокчейн. А уж дальше идет вот этот хвостик, который называется там игра на криптовалюте, на росте и на падении и так далее. К тому же мы не говорим, что эта технология нужна везде и всюду. Наоборот, мы говорим, что есть определенные критерии использования этой технологии. Нами эти критерии выработаны. Мы готовы делиться, мы готовы людей обучать, рассказывать, мы готовы смотреть их проекты, выбирать лучшие. Мы не готовы поддерживать мошенников, скамеров. Мы будем с этим бороться. Мы знаем, как определить, какими методами определить скам. Но я думаю, эта экспертиза она позволит людям честным, которые хотят реально создать проекты, и инвесторам объединиться в нашем клубе и найти друг друга. Приходите, пожалуйста, 5 июня в 18:30. Будем вас ждать. Я хотел еще сказать по поводу, для чего нам это нужно. Да? Нет, понятно, мы все хотим заработать, да? Так или иначе. И понятно, что для этого нужно и инвестировать, и для этого разработка нужна и так далее. Но есть еще такая вещь, значит, идеологическая. Биткоин, когда он родился, он же не просто так, это криптоанархизм и все такое. Дело в том, что существующая система, финансовая система, экономическая система, она довольно сильно централизована,
И меньше 1% людей владеют там больше, чем 90% ресурсами, собственно, по разным сведениям. Справедливо это или нет? Это вопрос. Здесь, на мой взгляд, там отчасти технология, которая позволяет поменять эту систему, дает возможность сделать более оптимальные процессы. Сейчас идут очень многие эксперименты. Есть направление криптоэкономики, где рассматриваются как раз там разные учения там наших экономистов. И мы сейчас видим то, что происходят изменения, они довольно значительные, которые могут приводить к, ну, там, громкое слово революции, да, ну, к изменениям. Изменения в целом по планете Земля, да, то есть когда там взаимодействие между крупными субъектами рынка уже становится не такими. И теперь весь вопрос, а где Россия в этом всем? Вот, на мой взгляд, если мы говорим про применение вот этих новых технологий, то у России, у там, Советского Союза есть шансы на то, чтобы стать там номером один. Если действовать старыми методами, сидеть на нефти, я таких шансов не вижу. Собственно, вот.